Настоящих специалистов растят в учреждениях начального и среднего профобразования. Этот тезис подтвердил первый областной форум «Профессиональные кадры». 1200 студентов училищ и лицеев собрались здесь, чтобы посмотреть людей и себя показать, а еще получить грамоты и подарки за свои первые крупные достижения в профессии. Мы всегда рады, молодежи, за вами будущее. Вам работать во всех сферах экономики, социальной сферы и управления. Я уверена, что у вас все получится, а мы, старшие товарищи, будем всегда рядом. В добрый путь, дорогие друзья! Андрей на форуме рекламирует свое училище. Для пришедших он играет на аккордеоне. Второй год юноша совершенствует свое мастерство профессионального исполнения в Ивановском музыкальном колледже. Андрей считает, что лучший пиар для училища – успехи студентов. В нашем училище очень теплая атмосфера семьи. Поэтому как-то все ребята в нашем училище как сплочен один коллектив, вот, что это способствует развитию творческому, что очень нравится. Вообще наше училище одно из самых востребованных вообще. То есть у нас постоянные гастроли какие-то, выезды. Этот стенд оформляли студенты профлицея номер 3 города Кохма. Учебное учреждение славится своими поварами-кондитерами. Именно они и создали эти фигурки из овощей и фруктов. В училище за 2,5 года освоить карвинг совершенно бесплатно может любой желающий. Очень важно, чтобы обучающийся, который вышел из наших стен, был всесторонне грамотным в своей профессиональной деятельности, ну и не потерялся на очень большом рынке труда. Сейчас очень много рекламы по профессии повар-кондитер, поэтому очень много ребят идут не только как профессиональное получение профессии, но и для себя. Ивановская область не зря называется регионом студентов. Одних только учреждений начального и среднего профобразования 37. Специальность в них получают 18 тысяч человек. Именно они в будущем будут бить стахановские рекорды на производстве. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.